блогер говорит, что, а я вот, например, гитарный преподаватель, это вообще не факт. То есть, если у блогера есть какие-то видеоуроки, это еще не факт, что он гитарный преподаватель. Гитарный преподаватель — это тот, у кого есть программа обучения. Это тот, кто умеет хорошо играть сам. Это тот, у кого есть играющие ученики. И не просто какие-то там нарезки, где там непонятно кто там без головы, где человек там одними руками, одними и теми же руками наиграл 5 разных фраз, и типа это позиционируется как 5 разных учеников. А нормальные ученики, которые играют на сцене, которые могут ковернуть в студии полноценный трек, а не вот эти вот жалкие огрызки упражнений, каких-то рифов из двух квинт и прочее. То есть это все подмена понятий и развод. Ну и как бы люди идут к таким людям, к сожалению. Это тоже бесит. Вот. Это из разряда того, что ну у него же столько подписчиков, там, ну он же, наверное, значит, правильно говорит. Ну, в конце концов, дорогие друзья, надо мыслить критически, хотя бы немножко. Ну, и если тогда... бы мыслить критически, то мы к этому преподу заходим на канал, ищем учеников. И там просто... И там просто ни одного не будет ученика, который хотя бы действительно одну квинту положит. Нормально. Ни одного. Все, что я смотрел, то, что кидали, ни одного. Там все вот эти вот ребята какие-то... Вот эти... Типа мой студент исполняет там кавер на что-то там, не знаю, пытается исполнить... Но там нет живых мест. Заставить человека играть кое-как композицию. И вот те видосы, которые типа там... Какая-нибудь там школа, я же не помню, сколько этих школ вообще существует. На выставке там исполняют наши студенты какой-нибудь творческий вечер, на котором там присутствует какой-нибудь один человек. Это очень там родственник дяди какого-нибудь ученика. Исполняют и песни там Deep Purple. Ну и там вот исполняют так, да. Ну, типа, да, всю песню. То есть сначала люди учатся хотя бы чему-то нормально. Если мы, допустим, открываем мой канал, смотрим первый же видос, который попадает с учениками, то вот, пожалуйста, первый же видос, первый же ученик. Первый же ученик крошит, как и данного препода. То есть данный препод так не сможет сыграть, даже близко не сможет так сыграть. Пока все, что было, все было криво, и, естественно, о таком напоре вообще речь не идет. То есть вот этого уже полностью хватает понять уровень, что уровень по, такой, по таким вещам, по рифам просто убойный, да? То есть он может, допустим, фламенко играть, по рубке рифов — все.
чем здесь спорить? Ну, я понимаю, что каждый, видимо, пытается там как-то, не знаю, обороняться, да, от таких фактов очевидных, потому что у них ученики даже так близко такого не тянут. И начинается, вот, надо сыграть там целиком композицию, встать на сцену какую-то, ну, так и там получается дресня, сорян, ну, как бы и что. Дресня. 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 Ни одного не будет ученика, который хотя бы действительно одну квинту положит. Нормально. Там все вот эти вот ребята какие-то, но там нет живых мест. Останьте.